Кадетский корпус в Чебоксарах будет построен точно в срок. Дата его открытия намечена на сентябрь следующего года, а летом будет заложен первый камень. В реализации этого проекта заинтересовано и Министерство обороны страны. Сегодня в Москве глава республики подписал соглашение с партнерами. Соглашение о строительстве кадетского корпуса четырехстороннее. Подписи в документе поставили министр обороны, полномочный представитель президента России в ПФО, глава Чувашии и руководитель группы компании «Ренова». Виктор Виксельберг намерен вложить частные инвестиции в реализацию проекта. Шефскую помощь региону окажут и в штабе вооруженных сил страны. Кадетский корпус в Чебоксарах примет более 400 ребят. Для них возведут спальный и учебный корпуса, спортивный зал и комплекс для военной подготовки. Михаил Игнатьев отметил, что новый кадетский корпус – заветная мечта многих ребят. Сейчас федеральный бюджет и дополнительные инвестиции будут вкладываться. И практически поэтапно мы будем вводить, и наши кадеты только ждут, когда же ведется эта школа. Следующее хочу доложить перед министром обороны. У нас сегодня в разных войсках вооруженных сил Российской Федерации в военно-морском флоте служат 8 тысяч контрактников. Ежегодно этот показатель улучшается, и выпускники разных школ всегда хотят поступить. Понятно, конкурс большой, и эта школа даст 400 кадетам поступать в высшие уже учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.